Хорфорд и Шрёдер. Останавливается. Не надо сейчас излишне резких движений. Бросает Шрёдер. И два очка, пожалуйста. Оценил обстановку. Но судьи дают три, пусть будет три. Шрёдер отвечает своим трехочковым. Шрёдер. Не было передачи, но там Бейзмер очень хорошо выбегал. И еще одна треха. И три закончилась. Она в последнем матче Индиана все-таки одержала победу. Может быть, это будет опытом. Вот Эл Хорфорд, два очка после передачи. Альюб.